найдет у него шайба. Нет, опережает его. Ой, опасно. И в итоге шайба уже у защитников. Нестеров на коротке сыграл Григоренко. Бросок! Но Полосников ЦСКА Динамо первый матч. По-прежнему это матч 0-0 счет. Первый период. Слават выиграл первый матч у Трактора в гостях 0-1 всего лишь. Там игра скучная, одна шайба. Слават в шуме. И сейчас ЦСКА Динамо пока 0-0. Надеюсь, тут 1-0 против Динамо или ЦСКА не будет. Тут неинтересно. Завтра будет Спартак со СКА играть. Я в Авангард Металлург. Ух ты, ошибка почти. Ну. Продолжается атака ЦСКА. Хорошевский спустился ниже. Поможет своим ребятам сыграть в обороне. Вот здесь вот динамовцы. Какие решения будут шаги? Падает. А там и офсайд был. Степка. Сидишь, да, Степ? Лежишь, точнее, да? Хорошенько, кажется. Степ. Мальчик хорошенький. Пацанчики. Да и вот не получилось по-простому выбросить. Тут перекрывает зону Сергеев. Вновь иншайбаем. На кратке сейчас не получилось сыграть. Галиев эту передачу на Плотникова прерывает. Шипачев. Вадим Шипачев. На кратке Зайцева сыграл. Неплохо в итоге получилось. Динамовцы вошли в зону соперника. Галиев, Ефремов не смогли там в углу все-таки зацепиться за эту шайбу. Плотников. Можно играть, показывают лайнсмены. Зашли армейцы. Ой-ой, опасно! Гол, блядь, пиздец! Фу, я случайно даже телефон плюнул свой, оплевал. ЦСКА выходит вперед 1-0. Хорошая шайба. Ну как так динамовцы тут лоханулись, а? Защита, блядь. Ну, так, может, игра сейчас веселее пойдет. Динамовцы, может, будут, да. Сломают. И будет поинтереснее, чем трактор. Надеюсь. Акулов опять этот забросил. Локомотив забросил тут тоже. Но за Динамо я не болею. Я просто расстроен, как так защиты сыграли. А так я рад даже, что забросили. Хоть игра веселее пойдет. От перекладины еще, ни хрена себе. Чистая шайба. Какой там момент, а в офсайде-то не было, по-моему, гол чистый. Но видно, нету этой отмашки. Константин Акулов, флаг четвертого своего. Чистая шайба, да. В этом розыгрыше плей-офф, седьмое его набранное очко. 1-0 ЦСКА повели, и все, гол засчитан.